have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Привет! И это опять же Roblox, насколько он не похож на Roblox. Мы тут сейчас будем выбирать себе героя. Я так понимаю, вот эти все ребята, у которых написано фиолетовым Obtainable, их можно будет купить, вот тут написано, что можно будет купить в дальнейших мирах. То есть, или это дальнейший патч, который будет выпускать, или это просто мы будем продвигаться по истории, и нам дадут выбирать какого-нибудь. У нас есть мечник, у нас есть маг, и у нас есть защитник. Фишка в том, что обычно у нас мечник, маг и лучник. Я хотел взять лучника, но лучника здесь нету в принципе, к сожалению, ни одного из них. Я бы, наверное, взял бы тогда демона, если у меня когда-то появится возможность. Пока что я возьму мечника. А я взял мага. Ну, хорошо, отлично. Тут, блин, тут настоящая, короче, эта ПГшка, можно поднастроить, как мы хотим, чтобы наш перец выглядел. Как мне? Дайте мне ходить. Цвет волос. Ну, конечно же, синий. Во, вот так. Нормально. Глаза синие. А, глаза и цвет глаз. Серьезно? Блин, что за аниме? Так, рот. По-моему, тут чего-то не хватает. Вот так вот. Брови. Вот так вот. Цвет кожи. Ну, конечно же, тоже синий. Блин, это нужно будет покупать. Жаль. То есть можно выбрать обычный и скучный, а все, что по цветам, оно идет это так. Ну и, короче, мы его сделаем повыше. Отлично. Все, вот такой вот у нас чувак будет. Да, давайте. Забираем. Это World Zero, ребятки, 2. Если что. Так, двигаемся в первый мир. Давайте посмотрим. Так, это мы уберем нафиг. Чатик у нас тут есть. Я могу с тобой здесь играть? Да. А ты где тогда? Sailor Moon. Это что сейчас было вообще? Это ни разу не Sailor Moon. Ну ладно, я это переживу. Пойдем. Еще подумала, тут кажется, чего-то не хватает. Тут кажется, да, есть такое. Sailor Moon. Пойдем, тут первый данж есть. Пойдем. Стой, find party. Как можно пати собрать? С тобой как можно пати? Нормально, все, я понял. Мы с тобой, видишь, кружочками введены, это мы с тобой типа в пати, наверное, да? Или да. Нет? Вот. Сейчас, через 10 секунд... Нет, стой. Да, вон сбоку моя пати написано. Сейчас посмотрим. Через 3 секунды врываемся туда просто с ноги. Мы только вышли, блин, в мир и сразу же пошли в данж. Как будто у меня данжей на канале не хватает. Вот это крутяк. Ну хорошо, поехали. Так, кто-то, похоже, вывалился. Чё за бабочка переросток, блин, ты чё, пэт такой? Ну выглядит всё, конечно, красочно. Тут я ничего не скажу. Помогите мне. На тебе по панцирю. Блин, они больно дерутся. У тебя хилка есть? Да, хилка есть. Крутяк. У меня еще второй уровень будет, наверное. Не. Не, уровень немножечко медленнее, чем мне хотелось бы. Блин, я им вообще урона не наношу так-то. Надо будет, наверное, или оружку поменять, или что-то такое. Я мог бы тебя похилить, попробовать. Давай, было бы неплохо. Или, хилься, не хочет. Хилься. Крабы забрали мои
эти капусты, помогите их вернуть. Опа, это я заберу, наверное. Блин, тут так, такая физика в игре немножечко странная. А второй левел бесплатный. Да, у меня второй левел, кстати. Я могу даже прыгать. Тут все так бесплатно, все так лежит, куча монеток, золотые слитки. Ну, настоящий рай на земле, короче, да? Да. Я думаю, что чувак просто пришел и всех раскатал до нас, поэтому это мы правда. Просто ходим. Ой, я высоко прыгаю. Да, соберите все... Он 44 уровня, он просто пришел и все. Это так легко. Да, пойдем и тут забираем. Да. Нет, но я посмотрел по тому урону, который я наношу здесь мобам, то есть если бы я один сюда пришел бы, здесь мне явно было бы хана. Даже в пати первых уровней пришел бы, здесь нам всем было бы хана, потому что я им очень мало урона наношу. Мне было бы не хана, я очень сильный. О, хавчик для питомца. Я нашел кончик первого уровня. Мороженка. Все, данж зачищен. Соберите золото, 3 секунды осталось, я даже до босса не могу добежать, в смысле собери... Спасибо. Так, что выбрать, золотой или фиолетовый? Ну, давайте золотой. Золотой. Мне оттуда выпал длинный босса меч. Мне третьего левела. Правда, один вопрос, нафига он мне, когда я второго левела? Длинный меч. Я на 5% поучаствовал в уроне, а ты на 4,71. Так, не, давайте, давай в город вернемся, короче. Я хочу посмотреть, что за меч, я хочу посмотреть, что там происходит дальше. Я хочу посмотреть, что за посох у меня, потому что у меня второй... А, нет, у меня третий левел. Ну, все хорошо, тут можно даже такую штучку... У меня почти третий левел. Так, надеюсь. Что у меня здесь есть? Питомец. Для третьего левела. Так, данжи, инвентарь. Погоди. У меня есть меч первого уровня. 60. 60, 79. Да, то есть... Equip primary. Делаем вот так. Есть донат. Есть сандей. Мороженка сандей. А как что-то продать, мне интересно? Я не знаю. Хорошо, пойдем. Я хочу просто полазить по улице тогда. Тут у нас получается данжи, а тут просто фарм на всяких животинах, да? У нас до сих пор пати с тобой, если что. Я потратил все свои деньги, чтобы заапгрейдить мой посох. Так, там можно что-то апгрейдить? Погоди, покажи мне. Вот, смотри. Что, есть квесты какие-то? Меня тут грызут. Сейчас, секунду. Этот, свиноволк. Прикинь. Ай, свиноволк, блин. Питомцы. Да, тут есть пэты. Если есть еда для пэтов, логично, что есть пэты. А, заэволвить пэта. Отпустить пэта. У них как нету. Мне получить пэта-то? Так. Вот, можно купить. Купить? А, нужно убить какое-то количество этих животных и получить его в питомце. Погоди. Погоди. По-моему, это не так работает. Ладно. У меня тут эта штука с квестом дергается. Так. Я нашу стопу урона. Или это я, получается, могу в данж пойти. Хорошо. А, ты убиваешь людей, а мне опыт идет. Прикольно. Я третий уровень только что получил. О, тортик! У тебя какой уровень?
У меня третий левел. А до четвертого далеко? До четвертого нет, но очень, я так думаю. Да, тут мороженка, клубничка, короче, куча всякого всего. А, я вот что подумал. А, вот, кстати. Где мой сундук для второго левела? Меч? Серьезно? Ну-ка, инвентарь. 79. Бонус, 3% бонус регенерации и... Да, давайте вот это оденем, он фиолетовый, почему бы не одеть фиолетовое оружие, оно же явно будет лучше. Интересно. Почему из волка выпадают пончики, что с этим миром не так? Я не знаю. Пойду змею убивать. Погоди, где? Ну, ты знаешь, где они? Тут, я думаю, вы что ферме. Это не что ферма, это wheat, а не what. Wheat — это пшено, пшеничная ферма, что ферма, блин. Так. Там есть змеи? Да, тут есть змеи, много змей, они опасные, ужасные. Ужасно, опасно, ужасно. Ужасно. А, вот вижу, шланг какой-то лежит. Так это шланги для полива зерна. Какие змеи? Блин, они неплохо так делают. Это травяная кобра, серьезно? Да, серьезно. Травяные шланги, блин. Моя ульта очень хорошо работает на этих змеях. Так, эта штука меня сейчас убьет. Нет, я ее убью. Минуточку, у меня хпшка сама регенится, нет, мне интересно? Не знаю, но у меня сама регенится. Да, сама регенится, когда я ничего не делаю, все правильно. Ну, четвертый левел. Змея согрелась. Надо убить еще трех змей. Я сейчас получу четвертый левел, да. Ну, нам змеи защитят. Красная змея. Давай, нам змеи засчитываются общие или нет? Я не знаю. Да, общие змеи в пати. О, кобра! Корвы! Корва от Тома! Стой, я в какой-то... Я с тобой в пати был, нет? Ты со мной в пати. А ты где сейчас? Почему мы пати разорвали? Погоди. Погоди, не знаю. Как мне на тебя втыкнуть? Я знаю. Ты знаешь, да. Как пати пригласить? Да. Ну-ка. Тут же было где-то. Players. Party. Да, вот, хорошо. Отлично. Просто зуперски. Мне дали классную броню. Я хочу ее надеть. Она лучше моей. Надевай, без проблем. Почему я пользуюсь только базовыми уронами? Так, хорошо. Нам нужно фермовый данж пройти. Где он тут? Где в него входит? Вот, идем. Ясно. Ну что, змей-то мы уже понапуляли? Там фермовый данж. Пойдем. А почему он вне фермы? Не знаю. Но я тут, видя второй левел, я думаю, что это фермовый данж. Четвертый левел, данж 1-2, фермовый. Там, да? Да. Да хорош, ладно. Пойдем. Иди сюда. Ты что, можешь отсюда выпасть? Да, я уже понял. Давай рискнем, сходим. Интересненько. Да ваш пе. Так, наверное, мы зря вдвоем поперлись, ну ладно. Ну да. Сейчас посмотрим, накостыляют нам. Думаю, да. Всякие змеи. А, да тут ничего. Вороны атакуют. Ага. Вы здесь, чтобы помочь мне, пожалуйста, защитите от воронов, что ли.
А, чучело защитить от ворона. Вороны атакуют чучело, а разве, ну, эти пугало не сделаны для того, чтобы отпугивать воронов, не? Блин, что здесь происходит? Столько красок, сколько магии. Как много монет. Деньги, 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 все остальное. Дребедедень. Так, хпшку восстановите мне, пожалуйста, будьте бобром. Вороны! Вражеская эскадрилья на 2 часа. Змеи! Давай, ты с одной стороны, а я с другой. Да тут тоже змеи, если чё. Я знаю, но я же умудряюсь это всё уничтожать. Это ой, как много пончиков. Меня сейчас кобра, по-моему, съест нафиг. Ну ладно, давай я помогу тебе. Не-не-не, я справился. ХПшку вернуть. У нас лут общий или все, что я вижу, это только для меня? Лут общий, я так думаю. Нет, все, что я вижу, это только для меня. Прикольно. Значит, все, что ты видишь, это только для тебя. Слушай, тогда ты тут, а я тут, потому что ворон взрыв. Я понял, давай. Ай. Они вон третье пугало убивантус. Вантус? Блин, по-моему, надо было сходить втроем сюда. Они меня как раз не атакуют. То есть они только пугало. Они пугало не атакуют, а меня атакуют. Ну это ж хорошо, когда ты привлекаешь внимание. В некоторых таких РПГшках у тебя даже есть специальный навык, который притягивает внимание врага на тебя, чтобы он не атаковал какую-то другую цель. Блин, 6-й уровень уже вообще просто панически. А, черная ворона. Гаси! Это босс. Не, ну знаешь, пока не все так плохо. Тебя сильно бьют? Меня нет, не очень, что. Да, вижу, у тебя жизнь не так нормально еще. А, ну так все. Вообще изички. То есть я как раз тот момент... У него очень много слазит твоего ранения. Ага. Все, данжик тупик сделан. Почему так мало времени дают на собрание, на собирание золота? Ну блин, так, давайте теперь вот этот сундучок откроем. Я выбрал фиолетовый. Бронзовый меч 6-го уровня. Классная броня. Почему мне выпали 2 серых вещи, тебе выпадают редкие вещи? Ну, блин. Наверное, потому что я больше поучаствовал в дамаге. А мы сейчас, кстати, посмотрим. Так. А, ready? Ну, нажимай ready, да. Мы заново данж перезапустили? Да. Блин, ладно, давай мы его сейчас быстренько еще раз пройдем. А я еще подумала, почему ты опять перезапустил. Я что-то растерялся, я думал, что если... Блин, даже... вообще, я не хотел нажимать на кнопку, что это такое, в смысле? Так, G, пойдем, GG. Все перезапустить дальше, вы серьезно? Стой, квест у нас... Есть новый пэт. О, дейлики. О, мне дали какой-то махач прикольный. Сейчас. Подержи их, я сейчас посмотрю. 157, 79. А что уровень сколько дает? 157. И это 157. О, вот это я сейчас, короче, это. Сейчас будет весело. Вот с вот этим мечом уже можно что-то как-то решать. Ай. Яйцо? У да, тебя яйцо? Да. Я квест выполнил.
ты тоже можешь получить яйцо прямо сейчас, выполнив квест. Как легко. О, змея. Ну, да. А где такую? С другой стороны. Да сейчас, я эту змею раскатаю и нормально. Чучело прочное, нормально. Куча пончиков и тортиков. Пончо-тортики. Почему там просто кнопка вернуться в город? Почему нету кнопки типа вернуться там, где ты был? Мне такое чучело с кучей сторон. Так, иди, давай, иди туда, я тут. Нормально. Подохните, умрите. Так, я пошел туда. Ладно. Я по воронам бегаю. Нормально. Слушай, тут новые враги. Тут кров какой-то. Ну, кров это ворон, что? Толстая ворона какая-то. Ну вот, короче, босс приближается. Давай соберем все золото, потому что потом мало времени будет. Не атакуем босса, сначала собираем золото. Ну, теперь можно атаковать. Давай, давай, мочи его, я тут пока еще соберу. Я жадный эльф. Или я не эльф, я не знаю, короче, кто я. Да блин, ворона, прекрати ультовать. Ну, как же это легко. Ну, все, нету босса. Пздынь. Монетки, монетки, монетки. Я какой-то давай, синий давай, тортик. Быстро, быстро, быстро. Получил, неплохо. Так, хорошо, давайте вот этот сундучок откроем. Я выбираю золотой. Да! Наконец-то! Наконец-то что-то зелененькое-то выпало-то. Так, все, вернуться. Ну вот, короче, есть вернуться в город одному, а есть приготовиться. Я не хочу возвращаться в город один, я хочу оставить пати. Ну, в смысле, не выйти из нее, а хочу оставаться в пати. Ну, ладно. Я вышел в город. Я тоже. Так, нужно примерить новые загрузите, вещи. Загрузите, пожалуйста, в городе. Спасибо, наверное. 176. Так, инвентарь. А, что мое дает? 315 хилочки. 1400 хилки! Конечно, одеть. Вы что, издеваетесь, что ли? О, питомец. Одеть питомца. Крутяк. Теперь нужно набить ему экспу, да, я так понимаю? Хорошо. А, меч второго уровня был, конечно, хорош. Я могу купить так, питомца. 157 и 157. Я буду ходить с вот этим. 100 пудов. Так, а где ты там говорил, качнуть можно что-то? Где-то. Возле подмастера можно купить питомца. Прикинь. Ну-ка. Купить? Ты уверен? Да. Я думаю, есть... А, ну нужно, чтобы он вылупился сначала. Мой-то еще не вылупился. Вот, пэт-инкубатор. Как вылупить своего пета? Набить ему экспу. Надо ходить и драться с ним. Вот, экшоп. Вот здесь можно яйцо купить, короче, смотри. О, я поставил яйцо на то, чтобы оно открывалось. Где? Под инкубаторе. Оно открывается. Я поставил яйцо. А, вот как оно открывается. Я понял. Полчаса оно будет еще открываться. Хорошо, все. До меня дошло наконец-то. У меня 3 яйца. Зачем мне столько? А где можно продать ненужный шмот? Вот не вопрос. Знаю. Я уже куча квестов выполнил. Так, я могу добавить ему уровень или что я могу сделать? Ну-ка. Он будет 157, 168. И будет untreatable. А.
Diamond Trader. Ну хорошо, я его не продам, пофиг, что я его не продам. Хотя, знаете, мне его пока хватает. Если вдруг что, я потом смогу его... А, вон продать, написано же. Продать! Хорошо, хорошо. Давайте туда весь ящик ауры. Хлам скину. Вот это... А, за кристаллы? Вот это... Ой, тут можно выделить несколько. Ой, как хорошо-то. До свидания. За 3700, прикольно. Спасибо, вот это прям круто, что не по одной вещи продавать. Можно положить ненужные вещи. А, тип сундука. Да, тип, хорошо, хорошо. Но я продам ненужные вещи. Так, ты. Ладно, ребятушки. Вот так мы сегодня побегали. Естественно, на этом игра здесь не заканчивается, она только начинается. Здесь довольно-таки неплохой мир, хорошо проработанный, в него... Не, спасибо, не хочу в данж сейчас. В него интересно играть, здесь неплохо находиться. Да, все анимешненькое такое, но физика неплохая, и лут тоже хорошо рассчитан. Не знаю, мне нравится здесь находиться, надеюсь, вам тоже. Мы можем спокойно рекомендовать эту игру, так что заходите, смотрите, веселитесь. Тут классно. Все, ребятки, на этом, наверное, все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, всем добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда.